Грозовые тучи сгущаются над Европой. Раздоры, недоверие и соперничество грозят ввергнуть этот край в пучину войны. Всем привет, продолжаем это прохождение. Делать это вас. Экзамен для высшей. Так, и у нас война с Данией. Сгинет враг! Жду вашего приказа. Повышаем ход. Успех Аустини, забыв честности, завершился перевод книги «Аустинические представления», изначально написанные на арабском, это собрание размышлений рассказов по открытиях в области Аустини считается противоречащей христианскому невозрению. Однако многие ученые стремятся ознакомиться с произведением, даже если будет обвинен в ересе. Многие ученые. Стать наукам. Как бы... В то время бывает, как бы ты пытался чего-то там защищать. Очень сильно вышло. Это очень интересно сейчас возьму. Да, мой король. Хочу увидеть, скажем, с фронтом. Конечно, полный облом. Хотя он не там вот, но не полный не снимал. К сожалению, так. Идем. Да сгинет враг! Вот здесь на юнке есть. Что прикажете? Здесь тебе список отряда. Мой король? Да? Что у тебя не... Так, теперь даже не знаю, давайте стоим на мой король, да? Так, который ходит сегодня дальше. Точно можно еще захватить. И завершаем. Вот, денег нас не строить, ничего не можем. Только там что-нибудь так и дешевле стоит. Так, вот люди в гости, я даже понятия не просто будет эти, твой котенок. Почту за честь. Встаем лагерем. Убить и на бомб. Да, ну естественно, если они с нами воюют, не после отношений. Вот, мы еще не снизу попал, опять нас мы еще не снизу исхода. Здесь что-то есть, конечно. Мы еще не снизу, а вот они. Выслух и светополк. У нас тут пенсия всегда станет. Ближайшего вот эти 13.
милорд. Сколько ирмы там видно? Рад служить вам, милорд. Зараза. Есть! Ах, какая бума. А ну как это не сколько? Не знаю, добить, но можно вздохнуть, нет? Исполню любой приказ. Уже в пути. Так, иди. Подскажем. Даль мечей нас рассудит. Вот он тебя не идет. Решаем ход. Опа. Так, ты тут становишься. Армия, походу, прибыла, да? Нам есть о чем поговорить, милорд. Разумное решение. Что-то еще? А есть. Хорошо, я вас... Извините. Кто-то из нас старше? Наскутный, блин. Все двери. Вот тогда. Вот. Ладно, иду на риск 1000 давайте. И кого? Выгодно. Вот. Я просто хочу рисковать. Я лучше бы еще было. Вполне достойно. На этом мы завершим. Дал ты что за призвал. Ну ладно, хоть сколько. Так, Венгрия, Франция, Галиция, Египтом, Сицилия, Ливана, перемирие. Сражайтесь или убирайтесь. Эх, вроде как-то близко. Просто не дадут там шанс убрать. Да, мой король. Блин. Милорд. Поднять паруса. Рад служить вам, милорд. Это на самый край. Там будет... Ну что, сразимся? Они хоть так и так могут доплыть. Да сгинет враг! Так, а мы идем, давай с ним прислал тогда. Продолжим путь завтра. Подвижно, что... Подвижно, что... Другого перелетим. Подскач, я на общинном поле все. Да, милорд. Рад. Один до 8 восток. Выставляйте часовых. Привал. Завершаем ход. Это нам срочно что-нибудь захватить, да, если экономить. Точнее, наши корни. Ну, это они уже там. Что на принцессу будет? Исполню любой приказ. Они не давать мне за что. Трепещите, враги! Сейчас их спасают только стены. А я не смею, что ли? Никуда не уйти, мой король. Ну, приказание. Пойдут? Да. Что там, Саша, иду на риск. Вперед, пленных не брать. Под нашим сидя к одному. Идем на риск тогда. В атаку.
Разом были бы вероятно погоды. Так, в принципе, можно. Стеночки у них так себе. Болезнь не станет же так. Пробуй там, там, где надо, да? Угу. Сейчас из безопасности потратишь. Вот сюда штуку. Вражья стена рухнула, подобно стенам древнего Иерихона. Вперед! И да направит Господь вашу руку! В больничке тоже нужно не забыть, где ты здесь, что ты здесь скажешь. Я попадаю, не болит, очень немножко попадает. Там генерал подлетел. Сейчас попадем по нему. Я тоже не скажу.
Лишний генерал на тоже. Сами. О, мы тоже раздал. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Хвала Господу! Мы захватили вражеские стены! Потерял половину бойцов. Нас атакуют. Нужно действовать. Атакуют. Нужно действовать. Битву пока не бежит. Милорд, город захвачен. О, отлично. Так, остатки будет пробьем. Победа прославит доблестных и отважных воинов короля. Сто 17 спасибо, просили сыграть 434 генерала. Там не больно много нас забили. Такова судьба побежденных. Я захватил стену. А с вами стрелкового паучения никого не наймешь. Ладно, жестокий расчет из базы жестокости. Время хотел сделать бросок, но могли бы. Мы как там оставим. Я боюсь, что там не тот отряд. Есть. Хотите подраться? Подходите. Исполню любой приказ.
Да. Битва разрешит наш спор. Тоже такой деньги поклятый стоит. Да. Подняться. Начинаем высадку, милорд. Да, мой король. С нами Бог. В атаку. Есть мой король. Тогда он будет. Ставим флот. Жду приказаний, милорд. Да. Мой король. Так, жду приказаний. Хотите подраться? Подходите ближе. Да, милорд, почту за честь. Решаем ход. Так, я смотрю, правда тоже, по-моему, как гадская. Во всей Европе только разговор, что о бумаге нового материального письма. То, что ранее было непозволительно для больших пазов, пошли теперь такая же повседневность в этих краях, как они на востоке. Ошибки в пути византийской империи пластили, даже копейщики. Хорошо, но ну, хотя бы у нас тысяч пяток и достаточно. Только что-то насколько принцесс у нас будет. 1, 2, 3, 4. Так что зачтение. Деньга у меня пока все маленькие. Рад служить вам, милорд. Выступаем немедленно. Жду вашего приказа. Почтем за честь. Осада продолжается. Валерий здесь нормально, вот. Подряда. Ищ, отлично. Рад служить вам, милорд. С нами Бог. В атаку. Может быть, пора пойти на приступ? Очку и поэтому счет от копейщика найму. Почтем за честь, милорд. Вот так. Сила и честь. Победа будет за нами. Не видно ничего. Пару долгий ящик, так что идти мне. Опять лучше. Когда мне придет вот этот отряд. Будет обстреливать. Активника. Давай сюда. Пойдем. Да, не даже на мой, но пока не очень большой. Вот тут, в принципе, города сейчас еще не очень развиты. Потому что он смысл подбирать сейчас.
тут пушка. Максим. Пуш какой-то. А тут, кстати, один отель, оно угодно. Где Максим? А, вообще. Максим. Пойду. Отлично! Мы пробили брешь в их стене! Сейчас ждем где забоем, потом вообще как копейщики. Валерий пока подводим ближе. И только я не буду задействовать. Ничего не помню, не попадет. Валерий. Давайте атаку. Наши воины доказали свою храбрость. Вражеские стены захвачены. Так, Валерий, сюда. Подожди. Это дадим их? Так, их туда сначала. Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Валерий не остановился, кстати, Валерий еще вот так. Но здесь Генри уже убит. Милорд, враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Эта победа прославит доблестных и отважных воинов короля. Плюс 4 мне последним, плюс 4 90. Вера и честь привели
победе. Мы победили. Ну тут тоже согласен, я буду назвать. Здесь, конечно, лучше будет не задерживаться, надо идти дальше. Да сгинет враг! Так, ну я боюсь, сейчас только до замки идем, там и кого-нибудь понес. На последний, да? Привал. Мы непобедимы. Да, мой король. Ну, конечно, тех пушку бы срисовал, но надо, если пойдет уже вопрос, плак я буду, да? Так, если становится на армии около моего краха, мы слышим, что они мой краха атакуют, и, в принципе, их не боюсь, они, в общем, кармы так. Ну, не сказать, что там прилично есть. Когда смогу. Решаем ход. Так я их слагал в то время. Да сгинет враг! Будет двух сезон с каском через пеших рыцарей. Мы непобедимы! Да сгинет враг! Враг обречен, милорд! Да. Мы начинаем осаду! Ну, естественно, одна полиция, но я не уверен, что она пробьет. Только скажите, милорд, и мы пойдем на штурм. Дорогу. Исполню любой приказ. Как мы не знаем, что мы будем дальше, что мы будем честны. Мы не победим. Всего 20. То, что я смог выжить. Так сказать. Сразу было не смотреть. Мой король, тайно и без шума. Так, если полигодно. Честный бой, чем коварный удар. Да, милорд, выступаем немедленно. Отдыхайте до утра.
Видишь, надо по-моему складывать. Радости, мой король. Что прикажете? Пленных не брать. Принести 2-1. Ищите врагов! В атаку! Как говорят, даже не начал, но когда засели закончить, уже ничего не попишешь, придется. Лестницы подняты. Стены не преграда для воинов севера. Таран готов. Вражеская крепость скоро падет. Песня тяжелочек наемных страхом. Там немного денег кидают. Подписчик. Пищи подходим сюда, потому что я думаю, битва расскажите, да, его сбивают. Отлично! Ворота разбиты. Так, отвалить руки. Да, вот тут там. А выстрел. Это уже смысл нет. Кроме стен. Наши воины доказали свою храбрость. Вражеские стены захвачены. Нас атакуют. Нужно действовать. Так. Вали бы сюда на стрелков. Самый главный, не назваться. Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Он не попадает, не понимаешь.
потерял половину бойцов. Кого-то же погиб. Тихо-тихо, хвалит, не надо, меня туда рваться. Да не надо. Болит, я почему не знаю. Было бы неплохо, или нет. Болельщик туда, это что-то толку прям нет. А я не думаю, у меня копейщики будут. Наемники, кто-то будет тяжелый. Ладно. Ничего сейчас не стану сделаем. Еще немного, и враг будет разбит. Это болючий стоит там. Болит сюда. Вот полезная защита. Так, это неплохо, и так один. Милорд, замок взят. Милорд, мы уступили замок. Ну,
Нет, так болельщик сейчас стоит. Этой победой восхитит. Я хочу видеть эту победу. Так, 266 нас потерял, 4451. Враги познали нашу ярость. Отлично, ты здесь наш. Они склонятся перед вами, милорд. Жизнь. Ты здесь твой. Какой с копеечки можно заниматься. Плохой на свет оставлюсь. А у них они жители. Идем, давай. Хорошо, мило. Иди, чтобы здесь. Там будьте. Битва разрешит нам. То есть ты куда ты идешь? Хотите подраться? Битва разрешит наш спор. Без слова так. Да, мой король? Да, мило. Уже в пути. Торговля будет выгодной. Лисус нашел. Жить вам, милорд, радости, мой король. Да, мой король. Здесь я хоть сделаю. Так вот, на этом. Пока. Пока. Это немножко обратим еще с контролем, кстати, дам 8 городов, 19 людей, 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 19